Здравствуйте, с вами Алексей из Ленинградской области. Нахожусь сейчас у друзей в гостях. Непосредственно сижу я сейчас на берегу реки. Вокруг нас, повторюсь, много всего, что мы не видим, не ощущаем. Было много случаев, когда я познакомился с собственным ангелом-хранителем, который меня спас. У каждого человека есть ангел-хранитель. Кто-то говорит, что это высшее проявление собственного «я», духовное, находится далеко, непосредственно в другом измерении, в духовном мире. А я хочу сказать то, что я непосредственно увидел и прочувствовал ангела, который рисуется на всех иконах, человека с крыльями. Они существуют. После того, как я побывал на Эльбрусе, качество, что я начал их слышать и понимать. Они, естественно, как люди не общаются, не говорят, они, у них голос похож в виде звона колокольчиков. У каждого своя тональность. Таким образом они общаются, потому что частота их вибрации очень высокая, и я непосредственно слышу вот эту вибрацию в виде колокольчикового звона. И долго сижу, перевариваю, что непосредственно ангел мне хотел сказать и поведать. Повторюсь, много случаев было в жизни, когда непосредственно мой ангел-хранитель меня спасал от смерти, потому что в этой жизни я должен много что разрешить, понять и осознать. Почему? Потому что очень много жизней, где я не доживал 30-35 лет. Постоянно происходили битвы. Я был тогда на уровне кшатри, и постоянно все возможные битвы, которые были на планете Земля, постоянно везде участвовал. Поэтому уходил с этого плана очень рано и не выполнял той миссии и задачи, которая мне была возложена непосредственно в определенную жизнь. В этой жизни приходится все это, как говорится, разгребать. И после того, как у меня было 3 покушения на меня, мне еще дан был дух смерти, который меня по сей день защищает. Если кто разбирается в эзотерике, это по дереву Сефирот, 13-й аркан.
он постоянно со мной находится, присутствует. Многие видящие начинают, если меня просмотрят, не понимают, что такое рядом со мной, такой у меня ангел-хранитель. И большинство видящих людей, кто меня видит, говорит, а что у тебя такое плотное тело энергетическое вокруг? Ну, это элементарно просто. Я веду YouTube-канал, и много негатива в мою сторону иногда распространяется. Приходится защищаться. Защита должна быть всегда, присутствует со мной. Скажу, что в одной из жизней я видел себя шаманом в Монголии. Довольно-таки неплохим шаманом, светлым. Скворец. Много кто прилетает. Иногда коты приходят сниматься на видео, собаки. Такое тоже бывает. Меня животные любят, и я их люблю. Я вижу, что у меня на канале есть шаман, меня смотрит иногда. Так что по комментариям я могу прочувствовать человека, который пишет мне. Иногда даже вижу. Но это редко бывает. Надо напрягаться. Напрягаться я не люблю. Поэтому на уровне интуиции и ощущений я могу сказать, что за человек мне пишет. Так что мне в этом воплощении довольно-таки сложно. Потому что мне приходится совмещать физическую работу, которую непосредственно я делаю в этой жизни, потому что мне приходится совмещать 4 касты в себе. Работник, работать физически лопатой, купца, учиться разговаривать, общаться со всеми видами каст, кшатриям, защищать свои интересы, защищать этот мир. Четвертое, брахман, каста волхвов и духовных людей. И все эти касты приходится в этой жизни совмещать, учиться, потому что у меня много жизней есть, где я лопатой одну-две жизни работал в качестве труженика, каста купцов, то есть людей, которые учатся общаться, налаживать контакты, торговать. Купцы, так называемые, вот дворянское сословие у нас было, воплощений этих практически нет. Я перескочил и начал воплощение кшатрия, воина, учиться военному искусству, военному делу. В этой жизни мне не дано. Я в армии отслужил полгода и был комиссован по травме спины. И в свое время Анна Владимировна, видящая из Барачи, она мне сказала, что эту жизнь ты должен посвятить себе, духовному развитию. Пазлы, которые у тебя отсутствуют, ты должен воедино, в единую картину сопоставить, составить, все пробелы искоренить. И у тебя большая ответственность в этой жизни за то, что ты делаешь и как ты делаешь, в том, как ты проявляешься. В свое время в армии меня даже пытались вербовать в разведку, что я сразу увидел, что со мной может быть, и отказался. Коли было мне предсказано, что я отслужу фактически немного времени, вернусь домой, это было доказательством. Так оно и случилось. Во время учебы в техникуме был такой случай, что надо было отстаивать честь техникума автодорожного, это, который находится в городе Барачи. Название сейчас колледж автодорожный, тогда был техникум. У кого хорошее зрение и кто умеет общаться с оружием, надо в тире занять хорошее место. Нас было трое. Впервые в жизни держал винтовку. Винтовка спортивная, мишень 25 метров. Я в десятку три пули отправил. Я был удивлен. И тогда я не понимал, что это у меня как бы мое воплощение воина проявилось в данный момент времени, и я попал четко в цель. И много ситуаций в жизни, когда вот эти воплощения мои сильные появляются в этом мире и помогают мне непосредственно разобраться в ситуации. Как-то я в некоторых видео рассказывал, что иногда это воплощение уходит, и я говорю совсем другим голосом, ставя какого-то человека, ставя на место. Надеюсь, я понятно все рассказал о себе, так что не сочтите, что я
сумасшедший, нет, вполне адекватные в этом мире пространства.